то, что в Корее свой прорыв уже совершился благодаря уникуму Юни, это известно. Другие девушки выглядят в Корее намного скромнее. Вот это второй номер корейской сборной. Мин Джон Квак. Тоже тренировалась какое-то время у Орсера. Хореограф у нее Дэвид Уилсон в этом сезоне. Но сейчас она тренируется у кореянки Хьюн Джунг Чи. На Олимпийских играх было 13 место, то есть вроде бы неплохо. Посмотрим, что дальше, потому что это ее первый взрослый этап Гран-при. Кореянка Мин Джон Квак, тоже 94-го года рождения, то есть все они одногодки. Я, кстати, неправильно сказал про гень, она ей уже исполнилось, конечно же, 16 лет, им всем исполнилось уже 16 лет. Могла бы выгодно отличаться от своих сегодняшних соперниц кореянка, но провалил свою короткую программу. Соответственно, ее опыт и, может быть, более какое-то осмысленное катание здесь не сыграют своей роли. Это Луц, с которого она тут же упала. И, как вы видите, удачненько здесь калитка сразу оказалась. Вращение в сложных позициях старалась делать корейская спортсменка Сальхов. И двойной тулуп невысоко, ну, можно сказать, чисто. Иоган Пахельбель, это композитор, под которого она каталась, под музыку которого знаменитый немецкий органист барокко, стиле барокко. И, честно говоря, конечно, Пахельбель не очень настраивает на яркое катание в короткой программе. Здесь его музыка
не могу сказать, что выгодно оттеняло катание этой спортсменки. Ну ладно, не получилось. И в итоге у нас самым чистым катанием пока что остается бинго-агень. Всего лишь 38 баллов набирает Мин Джонг Квак. И это, можно сказать, справедливо, что она не уступает той китаянке.